Здравствуйте, дорогие родители, добрый день, уважаемые гости. Сегодня я, заведующая отделением Наталья Сергеевна, проведу экскурсию по нашему центру. И вы увидите, как живется в нашем отделении детворе. Я с радостью проведу экскурсию по нашему центру. Наш друг, сегодня в первый раз ты входишь в славный центр наш. С улыбкой с самого утра к нему стремится детвора. Все просто в нем на первый взгляд. Столы и стулья стали в ряд. Обычный школьный звон звонка знакомый всем наверняка. Но я хочу открыть секрет. Прекрасней кабинетов наших нет. Ты в них, как в чудо-корабле, взлетишь к неведомой земле. С тобою верные друзья, специалисты, медики и я. Наш друг, сегодня в первый раз ты входишь в славный центр наш, приоткрываешь дверь слегка в мир под названием «Доброта».